Сиди, ведь. Жутковато у вас тут. Это только на первый взгляд. Тебе придется отвыкать, брякать первое, что приходит в голову. Контролируй себя. Познакомься, это Сандра. Привет, я Кэт. Очень приятно, Саш. Сандра, хочешь посмотреть дом? Сандра устала с дороги. Сейчас ей лучше отдохнуть. Да не, я вообще-то… Хотя нет, вы… Ты прав. Я сначала отдохну. Прошу. Ой. Вот твои апартаменты. Если что-то не так, мы переделаем. Твоя ванная. Ну как? Ух ты! Здорово! Все очень хорошо. Идем дальше. Ой. Ой! Ой! Я не хотела. Твой гардероб. Надеюсь, вещи подойдут по размеру. Ну а сумку с вещами мисс Сеймур, я думаю, можно донести до ближайшего мусорного бака. Не правда ли, Сандра? Да, можно. Стойте! Сейчас! А это можно в мусор? Развлекаешься? Работаю. Подготовь ее к обеду. Элен будет смотреть.
дождь по лужам. Ой, прости, пожалуйста, я была в ванной, не слышала, что ты стучишь. А ты что в полотенце замоталась? В ванной есть халат. Где? Да вот здесь, за дверью. Ух ты, а я не видела. Ну, давай, давай. Спасибо. Я все. Да, кстати, это переговорное устройство. По нему ты можешь связаться с любым из нас. Круглосуточно. Ух ты, круто. Пора обедать. Тебе нужно переодеться. А что у вас принято одевать к обеду? Да расслабься. Форма одежды свободная. Тебе легко говорить. Посмотри, сколько здесь всего. Обеде. Ну, Урмас, Фил, ты их уже знаешь. Еще Ник и Дэн, тоже ребята из нашей команды. А, и все? Еще Элен, преподавательница манер и лучший лингвист Англии. Женщина, конечно, своеобразная, с характером, но если с ней найти общий язык, то лучшего собеседника тебе не найти. Еще Эдди, стилист из Парижа. Персонаж очень занятный и очень талантливый. В общем, сама все увидишь. Слушай, Кэт, меня все это как-то немного напрягает. Да ладно, расслабься. Эдди очень милый. Из любой ведьмы, какую хочешь, принцессу сделает. И стоит, кстати, кучу денег. Между прочим, Грэхэму пришлось выложить очень кругленькую сумму для того, чтобы вытащить его из Парижа. А кто такой Грэхэм? Грэхэм? Он руководит нашей командой. Но он, собственно, и создал ее. А при жизни Терренса Харпера он был его правой рукой. Слушай, Кэт, я вообще есть не хочу. Я, наверное, потом поем. Да ты что, с ума сошла? Все именно тебя ждут. А ну вперед! Кэт! Давай, давай, слушай, вперед! Слушай, ну Кэт! Поймите, я не успеваю. Подойди. Да. Помоги ей. Да, конечно. Знакомьтесь, это Сандра. Здрасте. Привет. Привет. Садись.
Прошу. Пожалуйста. Спасибо. Повар неплохой. А тебе как, Сандра? Спасибо, очень вкусно. Да, с поваром в этот раз повезло. Да, помнится, в Африке с едой были серьезные проблемы. А я ел. И ничего, нормально. Только ты ел. Тебе к лицу этот цвет. Хороший выбор. Спасибо, это Кэт помогла. Милая, когда тебе делают комплимент, не обязательно говорить правду. Достаточно сказать спасибо. Спасибо, все было очень вкусно. Это комната Урмаса, это Фила, ну а это… Ну, в общем, это моя комната. А что это за запах? Пэшн, нравится? Ничего. А здесь у нас тир. О, ух ты! А мы что же еще и стрелять будем? Ну а как же? Это любимое развлечение Джеймса Харпера. А-а-а. А там что? А там, ну, трубы, коммуникация, в общем, техническое помещение. Ничего интересного. Хорошим девочкам туда ходить не стоит. Можно запачкать наряды. Слушай, Кэт, а скажи честно, этот Джеймс, он вообще как ничего? Да красавец. Мечта любой девушки. А-а-а. А я знаешь, что еще подумала? Вот смотри. Такой огромный домище, столько машин, людей, тир. И что, все только для того, чтобы за этого Джеймса меня выдать замуж? Ну, скажем так, это задача для команды, первоочередная. Правда, есть и другие, но к тебе они не имеют никакого отношения. Так что сосредоточься на своем деле. И, пожалуйста, не задавай лишних вопросов. Я поняла. Ну, ты только не обижайся. Ты пойми, для тебя же так лучше. Лишняя информация тебе ни к чему. Тебе со своей нагрузкой справиться. Да, возможности у этого Харпера были ничего себе. А чем он занимался? Играл. Всю свою жизнь Харпер разыгрывал словно шахматную партию. Людей передвигал, как фигурки. Иногда даже съедал, если это было необходимо для выигрыша. Не только одиночек, но и целые компании, правительство. Сюда! В общем, с размахом был игрок. Азартный. Ну что, парни, а нас возьмете? Давай. Опа! Оп! Ой! Ну, давай, давай! Давай сюда! Оп! Есть! Ну и какова вероятность успеха? Ну, случай непростой. Кажется, ясно. Спорт, диета, ну и стиль. А я предупреждал, материал непростой. А мне простые случаи уже давно не интересны. Так можно и квалификацию потерять. Можно и потерять. А что у нас с английским? Она думает, что неплохо. Люди. Доброе утро, Сандра. Через 15 минут ждем тебя в холле. Форма одежды спортивная. Время пошло. Форма спортивная? Доброе утро!
Неплохой результат. Но только для начала. За мной. Все. Я сейчас умру. Не могу больше. Давай, давай. Нет. Последний круг. Еще. Не отставай. Перерыв. Потом жду тебя в тренажерном зале. Нет. Нет, мамочка. Поднажми. Еще. Еще. Давай, давай. Молодец. Давай. Еще. На сегодня хватит. Завтра продолжим. Сандра, через полчаса сеанс у Энди. Надеть халат, никакого макияжа. Голову обязательно вымыть. Я за тобой зайду. Уж прикроем. Да. Так, покажи-ка мне глаза. Глаза поярче. Нос. Хороший нос. Губы. Прекрасные губы. Цвет волос. Цвет волос. Цвет волос. Цвет волос. С цветом будем работать. Свой макияж она должна делать сама. Да. Макияж она делает отвратительно. Как? Почему это отвратительно? Почему? Смотри. Вот еще. Очень привлекательная женщина. Вот еще. Откуда это у вас? Вы что, следили за мной? Конечно. А ты как думала? Ты считаешь, мы здесь куклы играем, да? Встань, пожалуйста. Вставай, вставай. Давай. Халат сними. Что? Халат сними. Это нужно. Для дела. Ну, снимай быстрее халат. Молодец. Иди-ка сюда, вот так становись. Ручки открываем. Молодец. Ну? Грудь хорошая. Талия, давай посмотрим. Отлично. Бедра. Да, декольте поглубже. Шить будет несложно. Зачем? У меня роскошный гардероб. Что у тебя?
У меня гардероб. Гардероб. У тебя один масс-маркет. Гардероб будет в Лондоне. Только селектив. Так. Встань-ка. 3 килограмма нужно сбросить. А? Ой. Да успокойся ты. Я не мужчина, я стилист. И вот здесь. Завтра в 6 у меня. Дорогу найдешь? Угу. Будем учиться. Значит так. Это нам не подходит. Угу. Здесь нужно увеличить. Бюджет на обувь катастрофически мал. Сэкономим на платьях. Можно я одену халат? Да, конечно. Косметика. Но обойдется не так дорого. Ну, вот так, пожалуй. У вас все прошло, прошло. Худеешь? Да. О, приятного всем аппетита. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, что все сделано. Калории есть основной враг женского организма. Пожалуйста, следи. Ух ты. Вкусно? Приятного аппетита. Приятного аппетита. После обеда занятия с Элен. Фил, передай перец, пожалуйста. Так. Хорошо. Спасибо. Горчички? Понятно. Поверь, листья салата далеко не худшие из того, чем тебе придется питаться. Диетический продукт. Привыкай. Так, спину держать, зад втянуть, живот втянуть тоже, подбородок не опускаем, вот так, так, подбородок вверх, зад втянуть, живот втянуть, подбородок вверх, живот втянуть, так. Подождите, подождите, я не могу понять, как можно одновременно втянуть и перед, и зад? Можно, если постараться. Я стараюсь, но… Так, давай. Спину держать, контролировать себя в зеркало, вот, зад втянуть, подбородок вверх, стоп. Кэт? Да? Принеси, пожалуйста, Сандре одежду, что-нибудь женственное. Понятно. Манера женщины меняется в зависимости от того, что на ней надето. Вот такое подойдет? Да, подойдет. Сандра, примерь, пожалуйста. Юбка есть? Да. Вот. Угу. Замечательно. Вот здесь еще такое. Нет, спасибо, больше ничего не нужно. Совсем другое дело. Мне кажется, что в этой одежде ты совершенно по-другому себя ощущаешь, правда? Правда. А что это мы остановились? Давай. Вот. Вот так. Ну вот. Уже намного лучше. Тебе очень идет эта блузка. Спасибо. Вообще, у меня неплохой английский. Моя мама работала переводчиком и занималась со мной. Не надо быть такой самоуверенной. Твой английский действительно приличен, но произношение далеко не идеальное. Поэтому было принято решение сделать из тебя американку. Тогда твой акцент не так сильно будет резать слух. К тому же американцы слегка упрощают язык. На время уроков тебе следует быть вот такой птицей. Слушать меня и повторять. Понятно? Понятно. Вот и молодец. И нужно стараться, иначе ты никогда не сдашь экзамен сэру Грэхэму.
Именно он будет решать, годишься ты для дела или нет. Ну, как тебе, Елен? Строгая, но справедливая. У меня язык после английского еле ворочается, а о других частях тела я вообще не говорю. Ничего, зато они садись сделают из тебя женщину мечты Джеймса Харпер, можешь не сомневаться. Элен сказал, что я буду сдавать экзамен Грэхэму. Конечно, будешь. Только Грэхэм будет принимать окончательное решение, пустить тебя в Лондон к Джеймсу или нет. И имей в виду, что прозвище у него Палач, так что сама понимаешь, человек он жесткий. Поэтому старайся изо всех сил, иначе экзамен ты просто не сдашь. Кэт, да я и так уж стараюсь изо всех сил. Кэт, подожди. Ну что ты так быстро? Вообще, Грэхэм удивительная личность. Кэт, я тебя прошу, не надо лететь, я не успеваю, ну давай передохнем. Представляешь, он когда-то был калекой, но не сломался, как все, а снова встал на ноги. Во какая сила воли. А что у Грэхэма было с ногами? Много лет назад он был ранен и парализован. А Харпер нашел чудо-специалиста, который разработал комплекс специальной гимнастики. И Грэхэм снова начал ходить. Ладно, пойдем. Погоди, погоди, погоди! Кэт, а что за врач? Доктор Гастингс. У него сейчас крутая клиника в Лондоне. Заходи. Вот так. Он, блин, горелый. Ой, я хотела сказать им... Какая досада, у меня не получится. Ничего, рука у тебя твердая. А в первый раз даже в мишень не все попадают. Можно глянуть? Ничего себе. Да ладно. Когда я в первый раз стреляла, тир после этого неделю ремонтировали. Правда? А если честно, я чуть не описалась. Ну, как впечатление? Нормально. Не, правда. По вечерам тебя будем готовить я и Кэт. Тебе придется на зубок выучить историю корпорации. А также биографии всех членов семьи Харперов. И их ближайшего окружения. Кроме того, мы приступим к изучению основ современных экономики и бизнеса. Да вы не волнуйтесь, у меня диплом экономиста. Я знаю. Только в колледже вам вряд ли рассказывали о том, какими способами Терренс Харпер развивал свой бизнес. А он был человеком очень нестандартных подходов. Вот я тебе распечатала материалы. Можешь забрать их себе в комнату, чтобы не торчать сутками перед компьютером. Скажите, а спать мне когда-нибудь полагается? А мы предупреждали, что будет непросто. Или ты уже решила сдаться? Не дождетесь. Подожди секундочку. Давай поиграем. Иди сюда. Посмотри внимательно. Как ты думаешь, кто из них Джеймс? Он. Браво. Уже наряженный. Ладно, я пойду, нечего время терять. Она права, нечего время терять. Грэхэм запросил срочно информацию о Нефтекоме и Калинкине персонально. Ты готова? Я сегодня скрыла их базу. Сбавлять темп. Я успеваю. И? Тебе нравится?
Еще раз пробуй. Ну ты внимательно посмотри. Мозг включи. Внимательно посмотри. Посмотри внимательно. Ну, думай. Здравствуй, ужас. Ну ты посмотри внимательно. Посмотри еще раз. Это очень просто. Вот она. Вот. Иди-ка сюда. Рот открой. Смотри. Все меняется. Кожа, глаза. Ты видишь? Кажется, да. Кажется? Кажется, видишь? Ты смотришь куда? В зеркало или куда? Я в зеркало смотрю. Сандра! Сандра! Сандра, ты меня слышишь? Сандра, хватит! Сандра, я говорю, хватит! 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 Не надо. Упрямая девчонка. Я думал, что уже через неделю все, а она? Да, характер есть. Это хорошо. Почти совсем не страшно в легковушке. Хотя после гибели мамы я вообще боялась в них кататься. Это, наверное, потому, что у тебя все время такой уверенный вид. Как будто бы ты все в своей жизни держишь под контролем. И вот это вот шоссе, и машину. Вот все-все. Ты что? Ты что? Мама! Ты что делаешь? Ты с ума зашел? Не надо, пожалуйста. Урмас, не надо. Зачем ты так сделал? Зачем? Еще один маленький урок тебе. Никогда не стоит признаваться в том, что на кого-то очень полагаешься. Хорошо, я учту. Приехали. А кто со мной будет заниматься? Сейчас увидишь. Ну что, будем знакомиться? Да. Это Снежок. Он смирный. Можно погладить? Можно погладить. Не бойтесь.
Да разве можно лошадей бояться? Это же не машины и не люди. Абсолютно верно. Вы знаете, я всю жизнь мечтала научиться ездить на лошадях. Вот мечта и сбывается. Давайте начнем. Угу. Аккуратно. В левую руку повод, левую ногу стремя. Ага. Не торопитесь. Спокойно. Ой. Ой. Спокойно. Так. Высоко. А теперь через заднюю луку перенести правую ногу. Спокойно, спокойно оттолкнуться, подтянуться. Ой. Ничего, ой, не получилось. Ой. Самое главное, сейчас. Не сдаваться. Сейчас, начнем сейчас. Сначала левую ногу в стремя и оттолкнуться. Немножко еще остается. Ой. Давайте, давайте. Ой. Еще небольшое ой. Усилие, Сандра. Ой. Ну, соберитесь. Сейчас. Ногу в стремя. Резко оттолкнитесь. Ну, браво, Сандра. Молодец. Ренат, выведи, пожалуйста. Посмотрим, как она сидит. Ой. Ноги глубоко не вставляйте в стремя. Спину прямо держать. Неплохо для начала. Все будет нормально. Уверен. Всему можно научиться. Не боги горшки обжигают. Правильно. Устала? Немного. Ты все хорошо делаешь, детка. Ты молодец. Правда? Правда. У тебя все обязательно получится. А в машине с тобой ездить я все равно не боюсь. How do you think we ought to start? How do you think we ought to start? How do you think we ought to start? How do... Oh. How do you think we ought to start? Он говорил коронную свою фразу. Я думаю, что да, сейчас все должны ее просто услышать. Господа, минуточку внимания. Итак, наш долгожданный цыпленок табака. Приятного аппетита. Простите, Дэн, а что было в Африке? Понимаете, в Африке к еде это не имело ни малейшего отношения. И Дэн ел это руками. А вы не пробовали пользоваться ножом и вилкой? Нет, я предпочитаю естественный способ угощения. Кусочки поменьше. Сандра, а каковы ваши успехи в стрельбе? Ребята, по-моему, она пошла за пистолетом. А что ты здесь делаешь? А я ничего. Я что-то заснуть никак не могла. И я вот думала, пойду, сейчас прогуляюсь, потому что... А может, полнолуние? Вот, и сон не идет, и не идет, и не идет. Я есть хочу. Понятно? Понятно. Так, что у нас здесь есть поесть? Пахнет вкусно. Садись, ешь. Да ешь, ешь, это не проверка. Мне кажется, мы переборщили с этой диетой. Садись. Thank you.
Я не могу. Что ты не можешь? Есть не можешь? Да я вообще ничего не могу. И у меня ничего не получится. Потому что я неуклюжая, я тупая. У меня плохой вкус. Я ничего не запоминаю. У меня деревянный язык, у меня ноги не слушаются. Я ничего не могу запомнить, у меня ничего не получится. Тебе нужно отдохнуть. Поешь и иди спать, детка. Извините, пожалуйста, я на самом деле не хочу есть. Я пойду полежу. Сандра, Урмас на кухне? Да. Урмас, надо поговорить. Какая же дура. Дура. Послушай, Урмас, кажется, меня засекли. Как служба безопасности Нефтекома могла тебя засечь? Ты не имела права проколоться. Я не знаю. Но отследить им меня точно не удалось. А ты представляешь, что будет, если отследят? Если палач об этом узнает? Ну, я тоже кое-что придумала. Я забросила в их базу данных вирус. Они не скоро ее восстановят. Нефтекому будет не до нас. Ладно, подождем. Самое главное, чтобы эта информация не дошла до Грэхэма. Да не дойдет. Поздно рассуждать.